Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Cyber Roleplay. Итак, мы с братвой, с подписчиками собрались, короче, ехать за оружием. Вон еще один нас. Так, я снял деньги, сейчас поедем выберем скин и потом купим оружие. Так, вот скины, но я выбрал парочку скинов, сейчас покажу каких. Вот это будет первый скин нашей Фомы. Это будет второй скин Фомы. И сейчас я выберу третий. Думаю, еще один скин будет вот такой. Так, давайте я его куплю. Только надо положить его в полку какую. На третью, по-моему, на первую полку. Все. Вот. Как у Боди. Боди скин. И у меня вот такие. Выбирайте. Сейчас я напишу в чат Фомы. Так. ФСБ. Не знаю, почему-то среди трех мне больше этот скин нравится. Больше всех. Я, в принципе, вам показал, какие скины. Вы там, не знаю, думаю, легко заработать. Скины дорогие. Покупайте скины, приходите к нам, в принципе. Ко мне, точнее. Ну, к нам, можно сказать, в бригаду. Так, вот мы приехали. Здесь им раздам по 100 тысяч, чтобы они купили оружие. Потому что оружие дорогое. Так, 100 тысяч. Третий. 100 тысяч. И какой у него там ID? Второй. Пай 2. Тысяч. Дигл. Берите. Погнали, короче. Кстати, я хотел его выкупить, этот бизнес. Я думал, он стоит 10 миллионов, а он стоит 99 миллионов. Это пиздец просто. Так, здесь у нас есть дигл, вот он. Так, попробуем, чем больше, чем лучше патронов купить. Так, что еще можно купить? Бронежилет, это понятно, в принципе. Вот, шотган еще можно купить. Так, все, ушло у меня 300 тысяч на оружие. Так, все, мы купили, один из нас не купил, потому что лицензии у него нету. Ну ладно, хотя бы трое купили. На самом деле оружие какое-то очень дорогое. Поэтому, блин, я когда перед этим потратил 400 тысяч, не, 500 тысяч потратил на оружие. И вот сейчас 300 тысяч. Поэтому лучше закупиться пока что оружием. Потому что будут стрелы, я думаю. И, кстати, выкупайте здесь дома, кто может, покупайте здесь дома. Выкупим себе этот райончик, в принципе. Так, теперь все ложим на склад. Вот у нас склад здесь. Я, блин, постоянно команду забываю. Сафт, по-моему, или сефт. Сафт. Постоянно эту команду забываю, блин. Сафт, блин. Вот, оружие. Положить. 24. 400 патронов. Так, еще раз пишем. Положить оружие. 25. 420 патронов. Все. Воск. Сафы. Все, я закрыл сейф. Так, погнали. Так, вот мы лицензию купили, короче, чуваку. Я думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south, so I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside.